Обнимание – это очень важная техника, очень важная техника. Вот на всех встречах подписчиков я стараюсь как можно больше людей обнять. Не то, что я такой вот маньяк и на людей бросаюсь, потому что просто это, ну, это наша технология лечения и передачи горячего сердца. И обмен, если у вас сердце тоже горячее. У меня было очень затрудненное дыхание, я перенервничала, у меня начались панические атаки, мы даже чуть ли не как бы оставили идею лететь сюда. Давайте обнимемся. Давайте, давайте. О. Вот офигенный тестинг, вот горячее у тебя сердце. Если у тебя горячее сердце, тоже очень круто, правда же? Конечно. Ты можешь, ну, жить в другой жизни, быть другим человеком. Согревать. Вообще себя, да, и людей. Обнимание – это очень важная техника, очень важная техника. Вот на всех встречах подписчиков я стараюсь как можно больше людей обнять. Не то, что я такой вот маньяк и на людей бросаюсь, потому что просто это, ну, это наша технология лечения и передачи горячего сердца. И обмен, если у вас сердце тоже горячее. Даже не хочется вообще. Вообще. Размыкать. Я просто испугался, что я сейчас уйду там. Я не рвану. Я порвал контакт насильственно. Я так порвал, просто простите меня. Сири. Вы как? Как вам вообще вот идея обнимания? Дело в том, что я приехала сюда. У меня было очень затрудненное дыхание, я перенервничала, у меня начались панические атаки, мы даже чуть ли не как бы оставили идею лететь сюда. Я дышала вот так плечами, как рыба, но это был явный спазм в диафрагме. Он до сих пор, кстати, остается этот железный пояс. Но вот когда мы с вами встретились, Игорь Алексеевич, и вы меня обняли, грудная клетка моя расслабилась, и на утро я стала с нормальным дыханием. Но правда, вчера я опять накосячила и перенервничала очень сильно, и сегодня у меня опять одышка, все время зеваю. Мне кажется, это у многих людей, кстати, такая тема, они начинают глотать таблетки. Я тоже сидела сейчас на спазмолитиках, на успокоительных, потому что ничего другое не помогает. Диафрагма зажата, она не дает воздуху идти, и все, и начинается вот это рыбье дыхание. Я обнял вас сразу, но я тоже не могу вас сразу надолго обнять, понимаете? Вы были с мужем, мы не были даже... Знакомые, да. Я не могу обнять надолго, но просто почувствовал. И такой ваш воробушек сердца такой, как он такой вот махонький такой без. Давайте обнимемся. Давайте, давайте. О. Ну, Сергей, вы обнимались уже? Да, но мне кажется, у нас не очень получилось. А сложно с супругом друг с другом работать, это правда? Да, а Сергей сейчас на кого-то другого. Он может. Любит вас. Он лучше меня обнимает. За это любовью. Вот сейчас почувствуй на том вдохе. Никак не дает, прям сковывает этот пояс. Под ребрами вообще. Отстой. Прям вот воздух не заходит до конца в клетку грудную. Не могу надышаться. Вот у нас есть упражнение, как мы поясницами, да, парно делаем. Там такие воробушки, пояснички такие, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Но объятия еще проще сделать. В пояснице вам там нужно друг к другу пристраиваться, там ягодицы на разной высоте, а здесь вот так это естественно для человека, так много мы можем проблем вот этих наших снять. Простой технология объятия раз в сутки. Раз в сутки обнимитесь, друзья. Найдите время.
Слышь, не идет. Ой, хочется делать вот так. Вы там в каком-то... Ксения, вот вам там еще и отдаться нужно, когда Сергею с собой не требовать, Сергею просто отдайтесь, как бы вот вообще. Да, этого не хватает. Угу. Как бы тут сопротивление. Да. К этому чуть да, меньше. Вот, вообще просто отдайтесь. Ну. Вот, мастер, скажите, а почему вот незнакомцу, так сказать, отдаться легче, чем собственному супругу? Боже мой, это надо видео снимать. Да. Хорошо. Нет, это вот серьезно. Я вот как бы это вот как, так же, как нам поясницу сложнее друг с другом делать, чем с другими людьми. У меня есть пара, девушка, с которой я делаю поясницу, раз в год. У меня сразу вылечивается полностью рука. Это ведь на вопрос, почему с Игорем Алексеевичем не могу эту поясницу крутить хотя бы раз в месяц, вот сложно очень. Ну что, с незнакомцем у тебя еще нету вот каких-то вопросов, претензий каких-то. Угу. Воспоминаний таких. Слишком да. Много у тебя. Чистый лист. Поэтому да. Тебе легче чистым листом отдаться, а вот невозможно отдаться всем, что стоит на доске. Поэтому это не только про незнакомца, это еще и про нас, понимаешь? В объятиях еще есть несколько очень важных преимуществ перед другими упражнениями. Самое главное преимущество – в объятиях есть эмоциональная составляющая. Понимаете, мы действительно можем раскрыть наше сердце, нашу душу. Это мало в каком упражнении это возможно. И не только раскрыть, но и получить ответ. Ответ от человека. Это мало какое упражнение. Вот такие высшие эмоции наши открывает и соединяет их с тем, что мы делаем. Кроме этого, объятия можно сделать здесь и сейчас. Вот захотелось тебе передать человеку энергию, обняться с ним. Где угодно, в тамбуре поезда, на ступеньке, понимаете. Вот в самой ситуации, когда... Да и нет, понимаете. Вот не надо специальных каких-то залов, понимаете, специальных каких-то раздевалок, чтобы раздеться, там одеться в какую-то специальную одежду. Вот обнимание возможно везде, понимаете, везде. Это очень сильно. Вот прощаясь с человеком, да, обнялся. Встречаясь с человеком, обнялся. Ну и, наконец, оно просто. Вот каждый из нас знает, как обниматься. Вас не надо этому учить, поэтому мы в этом видео не учим обниманию. Мы что мы делаем? Мы лишь немножко напоминаем вам, какими технологиями владеете вы. Это ваше. А с вами был канал Мастер Го. Любим вас!